будем на приманку. Сейчас мы сразу начнем просто обдирать шкуру. Она вот так легко обдирается. Не надо тут ножом, она обдирается рукой, поэтому мы так рукой ее легко обдираем. Хороший глухарь. Кстати, жирный. Ягоды, видать, было много. Так. Сразу постелим доски. Доски. На чучело нам не надо, поэтому мы шибко вот так вот снимаем ловтаками. Человек на это будет ловить еще соболей. Даже я вам маленькую охотничью такую открываю. Это охотничий секрет. Вот эти перья, все эти идут на приманку. Эвенки, мы говорим приманка, они называют мане. Получается, если как бы по-русски приманить, мане. Вот они говорят, а это мы соберем на мане. Это будет приманка. Ножом. Вот так обрежем. И сделают вот такой веер, вставляют. Веер не будем делать. Все пойдет на приманку. Вот скрыли туго. Будем. А в каком хорошо сковородку мазать? Знаешь, да? Чем? Маслом. А-а-а. Сковородку мазать крылом. Вот. Это у нас так. Вот это можем мы сейчас сразу. Обязательно просто там переламываем. И легко режем ножом. Ну, голову тоже сразу обрежем. Хотя эвенки, вот голову, они тоже с нее снимают шкуру. Сейчас пока не будем обрезать, а если уж мы по-венгийски делаем. Они снимают шкуру, они, кстати, я знаю, русские в основном выкидывают. А эвенки, они ее едят. Вот так снимается шкура. Даже когда теребят они теребленого, делают там, знаете, это место сильно крепкое. Вот эти вот места у него сильно крепкие. Даже когда они глухарь атакуют, и когда у них брачные бои проходят, вот этими местами они бьют, и, видать, вот гуси также этими местами бьют. Вот переламываем, вот суставчик по суставу, раз, и отрезаем. Это пойдет на приманку. Сама тушка. Пока что мы как бы к ней, к процедуре разделки не коснулись. Сейчас приступим. Просто мусор убрать. Ну, потом еще и помоется в воде. Где-то кровь будет. Ничего тут, конечно, слишком такого нет, но есть одна, как сейчас любят говорить, фишка. В основном я читал в интернете специально вот перед тем, как показать это. Я там пооблазил весь интернет. Есть там сверху разрезают, снизу разрезают, начинают. Здесь разрезают, вот я вам хочу показать. Вот сначала, конечно, надо убрать зуб. Зоб убирать надо. Вот мы его сейчас уберем, зоб. Сейчас он у него пустой, иногда он бывает набитый хвоей, почками. Поэтому нам его надо убрать. Мы его убираем, кидаем в приманку. Также пригодится кому-то соболю ловить. Вот весь фокус. Вот где шея, берешь, разрезаешь вот так. Чтоб сюда. И со второй стороны берешь, разрезаешь вот так. Теперь берешь за шею
и его открываешь как сундук. Вот так он должен открыться. Вот тут перебито. Опа. Вот мы его открыли. Вот у нас получились. Ну это вот он стрелянный бор где. Тут у нас было бы лучше, если бы он, конечно, был целый. Вот теперь мы эти кишки этим куском прям. Куском мы их достаем. Вот они. Кусочком достаются кишки. Вот мы их. Даже вот они стреляны. Мы их достали. Остальное все получается вот у нас. Вот он как открывается. Вот за шею. И мы его взяли и открыли. Ну теперь это здесь мы отделим. Нигде не надо ничего рубить. Только по суставам. Вот мы отделяем ляжки. Раз, надломили. И потихоньку. Вот, одна. Начинаем разделывать на вот такие как бы порции побольше. Потом вот точно так же здесь по суставу мы надрезали сухожилие и по суставу надломили. Вот он, они суставы. Не надо рубить ничего ножом. Только вот надрезали. Вот так получается. Маленькая ляшечка, клин. Здесь тоже мы вот так надрезаем. Вот по суставу. Там Бог велел лучше, она уже здесь прострелена, мы ее вот голову. Вот еще стрелят. Ну, здесь мы можем и так перегонили. Получается голова, шея вот это убирается. Есть любители вот это вот едят. Мы оставим, это можно есть. Здесь тоже эту вот часть мы ее переламываем. Получается сустав вышел. И мы отрезаем вот одна. Снова тут. Ну, можно вот надрезать с этой стороны. Надрезаешь, и тогда легче переламывается. Вот я залез, и вот эту вот штуку, я ее сейчас обрежу вот таким макаром. У нас получится как будто ляжка. Вот мы обрезаем вот эту грудную кость и ложим рядом. Вот у нас. Мы можем сейчас отделить. Вот это будет вот чисто мякоть. Это будет предплечье, а это будет чисто мякоть. Вот это вот белое мясо. Вот оно. Его эвенки детям дают. Оно считается. Они его называют мясо рябчика. Вот это вроде как глухариное. А у рябчика белое мясо, и вот это вот называется мясо рябчика. Вот мы ложим. Тут точно так же. Точно так. Вот он шевелит сустав. И вы всегда найдете сустав. Вот берете. И вот по грудную кость. И шлеп. Шлеп. И снова вы отделяете. Вот у вас получилось. Если эту отделяем, то у нас получается еще одна ляшечка. Вот получается у нас парные такие. Эту бяку, ее можно вот здесь переломить. Но мы не будем. Мы ему оставим полностью. Потому что вообще эвенки варят, они стараются варить большими кусками. Вот мы ему оставим. Вот эти ляшечки. Вот голени. Вот шеи, вот крылышки тут. Вот эту, тут они переламывают вот в этом месте. Так, берут. И вот в этом месте он переламывается. Тут тоже, ну это вот расстреляно. Ну а так
в этом месте кости соединяются хрящом. И они переламываются. Ну а если вот расстреляно, конечно, тут вот, вот тут оно раз, мякоть и все. Вот эти вот тоже суставы. Вот эти мы тоже вот по суставам разделим. Это я вот сейчас сделаю только порции, которые делятся по суставам. Их опять будет две. Ну, здесь прострелено, ну, что же сделаешь теперь? Где прострелено, там будем резать. Это помоет. Это вот осталось. Что я еще могу сказать тут? Вот это грудь с мясом рябчика. И вот эти вот две, они их, ну, не обязательно отдельно. Ну, например, когда варят, они их не переваривают. Они их буквально закипела вода 2-3 минуты, и они вытаскивают, внутри бывает с кровинкой. Тогда вот это мясо очень такое мягкое и душистое получается. Ну вот, все у нас тут разложено, положено, показано. Ничего мы от вас не скрыли, все показали. Так что, если кому-то такой способ разделки понравился, то вы можете его применить. Но здесь тоже печень мы берем. Вот она печень, мы ее берем. Вот мы печень берем. Вот мы берем сердце. Ну а желудок мы тоже возьмем. Его отделим. Вот у нас остался пух. Пух. И вот эти кишки. Мано. Да. Вот. Теперь мы это сложим в мешочек. Мы вот так сейчас вынесем и заморозим. Чтобы не прилипали мясо, оно вот сейчас остывшее. Наоборот, такое прилипать будет. Но мы положили целлофан. К целлофану не прилипает мясо.